Всем привет! Мы сегодня снимаем токсичный челлендж. Не будешь, Влад? А я буду. Ты будешь пробовать, Карин? Да, я могу придержаться 5 минут. Точно? Может, 20 минут. Вот у нас самые токсичные конфетки, ребятки. Toxic Waste. И вот еще новые конфеты. Давай покажем ребятам. Зомби. Конфеты со вкусом зомби. Вы можете себе представить, ребятки? Да. Это будут самые токсичные. Сейчас всем, у всех по очереди покажу. Самые токсичные конфеты, ребят. Это со вкусом кожуры арбуза. Вы можете себе представить? Так, а это со вкусом верблюжьих яиц. Вроде как-то так. Это взрывная черешня. Так, еще что у тебя там? Так, это, наверное, у нас дынька. А у Амира вообще со вкусом Мегатрона. Вы можете себе представить? Да. Еще у тебя там какой вкус? Я хочу со вкусом Мегатрона. И тут еще какой-то непонятный. И со вкусом быка. Со вкусом быка, ребят. Ну что, давайте по одной конфетке. И вот такие токсичные конфеты. Будьте. Все попробуем, даже я попробую. Ну что? Открывай. И вот такой лов из дыни ананас. Кислый. Давай, бери в рот, Амир, полностью. Раз, два, три. Так, давай всем открою, Тимур тоже открою. И все возьмем. И все возьмем на пробу. Ну-ка, давай, Тимур, открывай, бери. Подожди, Карим, не спеши. Со вкусом арбуза. Раз, два, три. Давайте. Ну как? Все, сладкий? А вкус арбуз чувствуется, Тимур? А у тебя, Карим, какой? А у тебя черешня, да? А у тебя что, Амир, кислый, что ли? Точно? Ага. Ну что, Карим, как, нормально? А сейчас есть золочка. Вот это зыба. А внутри кислая. Да? Чё, Карим? Кислая. Кислая? Мне не кислая, мне сладко очень. Чё, кислятина? Да. Смотрите, я вам сейчас принесу пакет, поставим, потом можете еще раз попробовать сейчас. Кислятина. Кислятина? Давай, еще пробуем. Я так, Мегатрон. Мегатрон? Тимур будет со вкусом зомби. Вот она у тебя должна быть вкусненькой, Карим. Ну-ка. Со вкусом жвачки и дыни, наверное, что-то такое. Ну-ка, Амир, получается у тебя? Нет, вот это как кислица. Очень кислая. О, она у меня золотая. Кстати, у меня будет золотая. Золотая. О, она какая-то липкая. Давайте, раз, два, три, пробуем. Кола? Со вкусом колы? Мега... Она уже какая кислая. А, взрывная кола. Так, кусаем. Карин, кусай. Ну как? Ну, пока не взрывается. Не взрывается? У меня вообще... Кислятина. Вообще мощно, да? Вообще. Даже кислятин токсик. Точно? Да. Это самые, наверное, токсичные. А Кариму нравится? Карим кушает? Кариму сладкое, похоже, попалось, да? Самое со вкусом дыньки? Вот самая. Ага, сейчас. Вот следующий. Так, вот сейчас я Кариму открываю вот такую конфетку. Вот смотрите, какая у меня. Как чупа-чупс мини. Смотрите. Как мини чупа-чупс. Как мини чупа-чупс. Сейчас посмотрим, какой на вкус будет. Вкусно, Карим, пахнет. Так, вот у Тимура сейчас будет какая взрывная. Смотрите, она как какая-то планета. Покажи. Смотрите, ребят. О, она как. Так, все открыли? Да. Давай, Тимур, Амир, пробуем. Давай, что ты акаешь? Она жесткая, вкусная. Кислая. Кислятина.
я вообще не чувствую. Чего, Амир? А, вообще взрывная. А тебе, Тимур, как? Нормально? Сейчас я вам забить принесу. Пакет, ребята. Это очень кислое. Особенно вот эта вот карамель. Это карамелька. Это очень кислячная. Мне не надо воды. Тебе точно не надо? Да, я продержусь. Точно? Я не забью. Ты самый мощный. А, вот эта вот карамелька вообще кислая. Да? Да. Ну, как вам, ребятки? Так. А теперь у нас еще есть Toxic Waste, ребятки. О, я смогу подержаться? Сможешь, но точно? Я не буду это есть. Да, Тимур знает то, что она такая кислая, да, Карим? Да, помните челлендж? Да. Toxic Waste и бимбузл. Да. Да. Помните? Ну что? Я бимбузл! На, Тимур, на, вот это тебе. Смотрите, ребят, я вам, знаете, что предлагаю? У нас тут токсиков много. Мы в следующий раз, если поедем куда-нибудь на шашлычки, над друзьями подшутим. Давай, Карим, ты тоже попробуй. Ты, Карим, такую не пробовал, наверное, еще ни разу. Я такую не пробовал. Тимур, ну, ты можешь, вот, Тимур, попробуй плов, ясно. Вот это у меня поделится. Она прям есть. Поделится. Ну что, Карим, ты готов? На. Фух. Самые токсичные давай. Конфетки. Мы с тобой, мы должны продержаться одну минуту. Карим, не выплывай сразу. Ладно? Папа, она в конце очень открыть сладкая. Тебе? Я не грызи, ладно? Потому что это карамелька. Подожди, мне нужно ее вытащить. Давай. Угу. Оно липкое, оно там сладкое. Давай. Ну-ка, раз, Карим. Раз, два, три. Ну как? Подержался. Тебе кисы попался? Тебе тоже кисы попался, Карим? Казалось, не можешь. Амир аж прям покраснел. Крим. О, это вообще мощный, крим, да? Ребята, можно я тоже попробую одну? Ой, зря я красную выбрал. А подожди, а Карим какая попался? Тоже красная? Или зеленая? Нет, у него вот такая вот. Лаванзовая. А, подожди, крим, подожди. Сейчас я покажу, какая у меня вот такая вот. Ну, они, в принципе, все одинаковые. Ред, я золото. Но друзьями подшутим, да, ребят? Сейчас я тоже рискну. Вот у меня вот такая вот. Сейчас я тоже рискну и попробую. Не, смотри, как Карим попал. Она очень кислая. Не, смотри, как Карим. Нет, все-таки я съем ее. Нет, это не переводилка, это Карим так. А, Амиру тоже дай. Ребят, я сейчас тоже рискну и попробую эти токсичные. Вот у меня вот такой вот. Конфеты. Да, она вот эта вот. Карим, смотри. Вот так, сначала так делается, потом так, и так, другая делается. Это вообще мощно. А, кислятина. Особенно вот это красное. А, ну я держусь, ребят. Ее надо укусить. А, вот она сладкая. А она вообще кислая. Мне очень кислая. Это вообще мощная конфета. Если бы ты такую попробовал, она прям язык колет. Да. Да. Ее нужно сначала взять конец, потом вот так вот, потом так и так. Это как его вообще, мне вот так. Нет, это не переводилка, Карим. Это просто фантик. Лавис. Когда я маленький был, вот такие жвачки были популярные. Угу. Это в 90-е годы были. Они сейчас не очень популярны. А сейчас только в таких местах продаются, не во всех. Ну да. Ну как, понравился вам челлендж? Я ничего не попробовал. Челлендж вам понравился, ребят? Да, очень. Вообще токсичные конфеты, да, Каримыч? Никогда такие не покупать, они очень кислые. Да, ребят, напишите в комментариях, вы пробовали такие конфеты? Я вот такие просто покупайте. Да. Очень вкусные. Да, и вредные. Да. Только покупайте не бимбузов, только покупайте вот эти кислые жвачки. Карим, а ты еще бимбузов не пробовал? В следующий раз попробуем через с ними. Рулетку. Рулетку?
Ладно, большую купим, да, мимозу? Еще мы подсутим, мы своими друзьями. Да? Вот смотри, у нас сколько он тут много конфет у ребят осталось. Вот моя мама не знает, что это. Не что... знает? Да, написал моей я... маме, как написал. Как называется? Когда мы пойдем к тебе, мы это возьмем. Обязательно. И дам, и дадим твоей маме попробовать. Да, на твоей маме подшутим. Хочешь? Да. Ладно. Только вот эти жвачки покупайте. Они бембузл. Ой, это Toxic Waste. Бембузл ты еще не пробовал, он тоже очень мощный. Я могу только бембузл. Почесаться. А это очень сильная кислятина. Ой-ой. Ну что, ребятки. Я следующий, когда вас попробую скунс, я его кладу в злость. Хорошо. Ребят, подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. Вот увоняет. И всем пока. Да. Нажмите на канал. Да. Пока, ребятки. Пока. Пока. Очень кислая.